И вот говоря о пропаганде и о тех громких заявлениях о том, что Германия не помогает Украине. Да, дело в том, что немецкие самоходные зенитные установки «Гепард» уже находятся на украинской земле. Вопреки прогнозам скептиков, Германия все же начала поставлять Украине тяжелое вооружение. Возможно, темпы поставок не те, на которые рассчитывала украинская сторона, однако, тем не менее, начало положено. Что это за техника, чем она поможет украинской армии и насколько приблизит украинскую победу, об этом далее. Они одни из лучших в своем классе. Имеют возможность поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 километров. Способны сбивать вертолеты, самолеты и даже ракеты. И да, разумеется, они уже в распоряжении ВСУ. В Украину наконец доехали немецкие зенитные самоходные установки «Гепард». Установка разработана в первую очередь для борьбы с воздушными целями. Экипаж всего 3 человека – водитель, командир и наводчик. Высокая подвижность и скорость поворота башни позволяют стремительно отреагировать на воздушную опасность. Гепард используется в первую очередь для борьбы с низколетящими целями. Речь идет о целях скоростью в пределах 350-400 метров в секунду. Это могут быть как определенного рода боеприпасы, так это могут быть и в том числе и объекты, такие как ударные вертолеты. То есть фактически данного рода установки, они используются как средства ПВО. Каждая из 2 пушек способна сделать 550 выстрелов в минуту. То есть за 60 секунд «Гепард» может поразить цель более 1000 раз. А широкий спектр боеприпасов делает эту зенитную самоходную установку эффективной даже против легкобронированной техники. Но главная фишка «Гепарда» даже не вооружение. Она оборудована уникальным радаром, способным засечь цель на расстоянии до 15 километров и надежно защитить свои позиции. Кроме 2 радаров, «Гепард» имеет уникальную систему управления огнем, бортовую навигацию, даже защиту от радиации и химического оружия. Он способен работать в любую погоду и время суток. А некоторые машины даже оснащены лазерными дальномерами. Это очень хороший зенитный танк, да, с правильной системой наведения, которая решает вопрос как короткой очереди из 2 пушек и очень быстро все ставит на место. У него очень хорошая система управления огнем. Так что этот самый, надеемся, всего должно быть 15. Если бригадный комплект считает за 3 или за 4, то должно быть за 4, я думаю, скорее, то считайте 3 бригадки на вооружении. Даже не 3-4. Уже хорошо. Если к этому добавить еще пару единиц химарсов, смесь получается сверхпродуктивная. Арт-установка с колоссальной огневой мощью и мобильная система ПВО с инновационным радаром, которая способна оперативно засечь и уничтожить вероятные ответные запуски ракет или авиации. Переиграть такую парочку практически невозможно. Главное, что должен обеспечить «Гепард» — безопасность наших бойцов и техники на фронте. Невероятно мобильная и быстроходная система ПВО способна выполнять задачи как в полях, так и на позициях. А значит, еще меньше смертоносных ракет-рашистов будет долетать до цели. К нашему эфиру присоединяется военный эксперт, историк, автор книг и статей по истории локальных конфликтов 20 века Михаил Жирохов. Михаил Александрович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Михаил Александрович, немецкие гепарды, насколько они помогают нам? Ну, тут прежде всего стоит отметить их количество. На 2000 километров фронта, даже если будет их 15 штук, это не такое уж кардинальное усиление ПВО, хотя на некоторых направлениях, естественно, ПВО будет, ну, значительно усилено. Ну, а вообще вот эти поставки, мы можем говорить о том, что Германия все-таки положила старт поставкам тяжелого вооружения для Украины?
То есть касками уже все это не ограничится. Ну, понимаете, вокруг поставок с Германии было больше хайпа, чем реальности. Немцам просто реально мало что было возможно предложить, потому что за 10 лет миролюбивой политики и такого... Михаил Александрович? Вот, да, что-то есть опять со связью. У нас традиционно технические неполадки, сейчас наладим связь. Михаил Александрович, вот вы снова с нами, правда? Да, я на связи. Вы говорили за годы миролюбивой политики. А годы миролюбивой политики с Россией привели к тому, что реально возможности немецких вооруженных сил, они очень и очень ограничены. Поэтому то оружие, которое планировалось поставить Украине, нужно было сначала довести до ума. То есть оно практически все находилось на хранении, оно все находилось не в боевом состоянии. Поэтому и возникла такая пауза, которая, ну, некоторые СМИ предоставили как нежелание Германии помогать Украине. Понятно. Ну, да, очень важно об этом говорить, потому что одно дело не мочь, другое дело не хотеть, а третье дело послушать пропаганду. Вот я хотела бы просто уточнить чуть-чуть касаемо цифр. Украина получит от промышленности, так, гепардах, 30 систем гепард с боезапасом, около 60 тысяч патронов. 30 гепардов могут изменить ситуацию или в значительной степени помочь? Здесь больше надо говорить о количестве боеприпасов, потому что гепард — это очень скорострельная система, и расход снарядов в боевых условиях, он будет в разы и разы больше. Тем более, что производства этих снарядов в Германии нет. Все производство находится в Швейцарии, и сейчас то, что мы получим, либо уже получили снаряды, это со складов в Норвегии. Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым. Обсудили помощь, которую Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине. В частности, вновь вспомнили о тех «Хаймарсах», которые во время очередного «Рамштайна» были обещаны украинской стороне. США обязались помогать Украине и всячески сейчас стараются как можно быстрее доставить то оборудование, которое то необходимо украинской стороне. Какие сегодня, на сегодняшний момент, есть преграды на пути поставок этого вооружения? Преград для поставок вооружения нет. Американцы готовы даже передавать вооружение своих экспедиционных частей, которые находятся в Польше и Румынии. Преграды только две. Это скорость подготовки наших расчетов и экипажей для этого оружия. И вторая преграда, про которую мы сегодня уже говорили, это количество боеприпасов. То есть американцы говорят о том, что мы можем поставить 50-100 хаймарсов, однако при том количестве боеприпасов, которые есть на складах американской армии, эти машины не будут обеспечены боевой работой. Нам нужно подождать, пока американцы развернут производство. К сожалению, времени у нас достаточно мало. Никто из американских политиков сейчас, ввиду ситуации на Тихом океане, ситуации с Китаем, не будет полностью опустошать склады с боеприпасами, а, скорее всего, будут ждать, пока будут разворачиваться дополнительные линии по производству джевелинов, стингеров и тех же боеприпасов «Хаймерс». Михаил, мы сегодня следили практически всю ночь и сегодня все утро до вот официального подтверждения из Херсонской области о том, что мост все стал больше не проездным, буквально стал пешеходным. Антоновский мост. Скажите, пожалуйста, насколько это повлияет на ход войны, насколько это важный момент, переломный ли, и какой может быть следующий объект, как ситуация в Херсонской области изменится, и какой следующий объект инфраструктуры или, может быть, следующий шаг, по вашему мнению, нужно было бы совершить для того, чтобы, даже не получая так быстро вооружение, которое нам нужно, но быть эффективными и продвигаться вперед?
Антоновский мост – это больше медийно, и то, что мы все следили за этим. Однако в тени остался более важный факт. Вместе с Антоновским автомобильным мостом удар был нанесен по железнодорожному мосту, который находится недалеко. И понтону, который брошен вместо Дарьевского моста. Это гораздо больше удар по боеспособности российской группировки на Херсонщине, чем мост, именно Антоновский мост, который, ну, судя по видео, которое сейчас появилось в сети, он имеет возможность для восстановления буквально там, ну, за, ну, до недели точно. А вот железнодорожный мост, на котором, собственно говоря, держится все снабжение российской группировки, это гораздо важнее. Как показали события на юге, украинской армии больше удается именно не прямые действия, именно действия, которые в конце концов приведут к жесту доброй воли, к отходу россиян из Херсона и Херсонской области. И, скорее всего, удары будут наноситься, однако будут наноситься уже по скоплению войск именно и на правом, и на левом берегу Днепра для того, чтобы ускорить вывод российских войск. Я думаю, что ударов по коммуникациям уже или будет меньше, или не будет совсем, потому что... Снова что-то со связи, но... Решение отойти... Да, мы, Михаил, мы же все помним, да, историю и примеры тресковых войн, что можно порой выиграть войну и без тяжелого вооружения. Спасибо вам большое. Мы общались с Михаилом Жироховым, это военный эксперт и историк. Спасибо большое за эксклюзивную информацию, которую вы всегда готовы нам предоставить. Благодарим.